ЧМК больше не дымит. На электрометаллургическом комбинате установлены уникальные очистные сооружения. Благодаря им воздух в Челябинске станет заметно чище и свежее. Работу экологической новинки сегодня проконтролировал глава городской администрации. Этот цех газоочистки обошелся руководству ЧМК в 30 миллионов долларов. Таким оборудованием не может похвастать ни одно российское предприятие. Отныне вредные вещества не уходят в атмосферу. Они оседают на угольных фильтрах, затем по специальным рукавам собираются в мешки и отправляются на вторичную переработку. Первую газоочистку, значит, на 7-м цехе мы запустили. Она полгода уже работает. Все параметры, которые были заложены в проекте, все достигаются в полной мере. Контроль продолжается и специалистами фирмы разработчика, и нашими специалистами. Вот. И по образу и подобию мы сейчас строим вот эту вот новую газоочистку, около которой мы стоим. Она будет запущена, наверное, в конце сентября этого года, потому что оборудование все смонтировано. Сейчас идет уже наладка и отладка. Жители города уже могли почувствовать, что воздух в районе комбината стал намного чище. И это только начало. Сегодня глава городской администрации Сергей Давыдов договорился с руководством ЧМК, что мэрия в любой момент может приехать на предприятие с проверкой. Думаю, подпишем соглашение, в котором будет оговариваться возможность приезда в любое время суток комиссии, в которую будут входить представители муниципалитета, представители общественности, может, депутатов городских, ну и, соответственно, представители ЧМК. Будет организован допуск на территорию и возможность проверить, работают, не работают ли газоочистные сооружения. На сегодняшний день электрометаллургический комбинат – важнейшее градообразующее предприятие Челябинска. Здесь стабильно растет заработная плата, ее средний размер – 24 тысячи рублей. Постоянно появляются новые рабочие места, за период кризиса не было сокращено ни одного сотрудника. Теперь же ЧМК становится, без преувеличения, одним из самых экологически чистых производств Южного Урала.